Авторы идеи и продюсеры Винсан Шальвон де Версе и Дэвид Майкл. Алекс. Сэм. Кловер. Режиссеры Стефан Берри и Паскаль Жарден. Totally Spice. Итак, чтобы ввести вас в курс дела, сразу скажу, что добрые намерения в очередной раз обернулись сплошным кошмаром. Чокнутый Терренс приказал нам нейтрализовать Джерри, в противном случае он намеревался нейтрализовать Дина. Прикольная шутка, правда? Мы пришли к Джерри, и у него родилась блестящая идея. Мы разыгрываем его устранение, а затем вместе проучим этого нахала Терренса. Но, как всегда, не обошлось без проблем. Все пошло не так, как мы хотели. Бедняжка Джерри. По возвращении в центр выяснилось, что Дин двойной агент. Невероятно! И как же этого мы не заметили? Да, удача нередко поворачивается к нам спиной. Земля уходила из-под ног. Мы молили об успехе, как вдруг появился этот чертов вертолет! Вы скажете, действуйте наугад, не знаю, что с нами будет дальше. Повышение вниз, часть третья. Авторы сценария Робер и Мишель Ламаро и Ричард Кларк. Спасибо, что спас нас, дорогой летчик. Джерри! Невероятно! Ты жив. Это действительно ты? В таком случае обнимемся. Это же с нас должно было сойти 7 потов. Это вовсе не пот, Кловер. Это мой гидрокостюм. Его изготовили по спецзаказу в Лондоне. Он абсолютно водонепроницаем. Ага, вот так-то лучше. А мы решили, что ты развлекаешь рыбок. Уверен, Терренс решил так же. Не знал, что вы так остро на это среагируете. Ну а как тебе удалось одурачить нас? Простите, девочки, но пока Терренс уверен, что я пребываю в компании рыб, мы почти наверняка сможем сорвать наступление его дроидов-шпионов. Ай, дроиды-шпионы, сколько можно об этом говорить? Да. Почему мы раньше о них не слышали? Разработка дроидов-шпионов – один из секретнейших планов Центра. Я лично курировал эту работу в течение 15 лет. В обстановке строжайшей секретности в центре создали небольшую армию дроидов, обладающих огромным потенциалом. Считайте, что мы создали суперагентов будущего. Дожили. Я что-то не пойму. Ты сравниваешь нас с машинами? Вот вам благодарность за все годы работы. Не слишком большая для избранных. Девочки, дроидам-шпионам найдут применение лет через 50. К тому времени вы уже будете пить чай на собственных виллах в Котсволде. В Котсволде? Ну, на Багамах. Какая разница? Спешу повторить, вам предстоит решающая схватка с Терренсом, поэтому будьте предельно внимательны. Но почему Терренса так интересуют дроиды-шпионы? К сожалению, мы не знаем, какие дьявольские планы он вынашивает. Но одно известно точно. Если роботы попадут в руки негодяю, они перевернут мир с ног на голову. Ух ты! Это могло бы стать одним из самых важных заданий Центра. Ну, не считая драки на танцплощадке. Мы должны остановить его! Сначала нужно его найти. Интересно, где он? Кажется, у меня появилась идея. Сверхзвуковая скорость. Хранилище дроидов, Антарктика, 11 часов 2 минуты. Добро пожаловать в Антарктику, хранилище скрытых возможностей Центра. Ух ты! Снег словно стиральный порошок. Этот снег нам на руку, девочки, за мной. Ну надо же, на руку. Кошмар какой-то. Соберитесь, девочки, нас ждут невероятные сюрпризы. Да, в жизни не видела ничего подобного. А я, скажу вам, повидала немало. Смотрите! А теперь момент, которого я так долго ждал. Наконец-то дроиды очнутся ото сна и послушают мистеру Терренсу! В чем дело? Просыпайтесь, титановые дуралеи!
Для этого нужен специальный микрочип. Я говорил вам, но вы не поверили. Это невозможно. Невозможная наша профессия. Вы живы? Но Терренс видел, как вы самонейтрализовались. Не верь глазам своим, приятель. Готовься к смерти, мерзкий червяк! Тебе всегда было сложно противостоять моему напору, братец. Братец? Размечтался! Боюсь, что это правда, девочки. Познакомьтесь с моим братом-близнецом Терренсом. А близнецом? Ну, Джерри, он совсем не похож на тебя. Чудеса пластической хирургии, моя дорогая. Убрали здесь, добавили там. После этого разве кто-нибудь скажет, что я похож на это исчадие ада? Джерри вовсе не злой! С лицом тебе повредили память, исчадие ада ты, а не он. Да, Джерри всю свою жизнь боролся со злом. Боюсь признаться, но не совсем всю. Было время, когда этот образец добродетели был вреден и в коротких штанишках. Пансион при Клосфордской духовной академии. Заканчивали 4-й класс пансиона при духовной академии. Зная, что наши родители ждут от нас абсолютного прилежания, мы решили объединить наши знания во время экзаменов. Ты соврал? Мы соврали. Но в решающий момент все рухнуло. По крайней мере, для меня. Мой собственный братец предал меня. Предатель-близнец. Жизнь несчастного Терренса покатилась под откос. Чтобы выжить, ему пришлось чистить карманы прохожих, и это все благодаря любимому брату. Ты думаешь, мы тебе поверим? Джерри просто не мог соврать, а уж тем более предать брата. Брата-близнеца. Правда? Единственный раз в жизни мне пришлось соврать. Не прошло и дня, чтобы я не раскаялся в этом. Довольно глупых воспоминаний. Немедленно отдай мне микрочип. Прости, дорогой братец, но у меня его нет. За всю твою безупречную жизнь ты соврал уже дважды. Дин! Неужели чип вживлен в твой зуб? Введите пароль. Винсер! Как ты догадался, что в пароле закодирована кличка твоего мохнатого питомца из детства? Этого паршивого вонючку ты любил больше, чем родного брата! Кстати, в латте меньше кофеина! Смирно! Моя могущественная армия злодеев имени Джерри! Или это слишком? Ух ты! У них даже костюмы, как у тебя! Замечательно. Что там у тебя еще припасено? Эти похожие на меня уроды перепотрошат все мировые банки? Как прозаично. И все потому, что мама любила меня больше? Перепотрошат банки? Прошу тебя! Вы станете свидетелями полномасштабного уничтожения твоего детища! Ваш центр! И разрушишь его ты сам! Нет! Ты этого не сделаешь! Ничего себе! Отпустите его, чертовы железяки! Это же клоны Джерри! Твоя затея обречена! Этот номер у тебя не пройдет! Кто же меня остановит? Ты? Ну, что там с самолетом? Нам нужно все рассчитать. Мы должны прибыть в Беверли-Хиллз к 13:30. В 2:15 центром будет покончено. И самое главное, Дин, избавься от них. На этот раз действуй четко. Но не торопись.
Дин, может, мы договоримся? Знаешь, это слишком опасно. За хорошую работу полагается щедрая награда. Эй, ты, кажется, против нас, но почему-то освободил нас. В этом его ошибка. Подождите, я на вашей стороне. Девочки, я все объясню. Послушайте, я инструктор из центрального управления. Я ваш друг. Все ваши разработки были частью моей работы. Я все о них знал. Ну, кошмар. Мое сближение с Терренсом стало для вас единственной возможностью к спасению. Я притворился, что включился в его игру. К тому же я видел вас в работе. Я знал, что вы обязательно найдете выход. Значит, ты двойной агент в квадрате. Двойной в квадрате? Агент, помноженный на 4? Поймите, я ваш друг. Друг. Я знала, что такой красавчик не может быть монстром. Знаете, когда я только начинала, меня всегда интересовало. Потом, Кловер, нам нужно немедленно спасать центр. Идемте. Сейчас вспомните прошлые уроки. Даже если вас будут превосходить численно, скажем, 100 к 1, вы все равно сможете выиграть. Оцените свой фактор страха. При умелом поведении, опираясь на интуицию и умение работать в команде, все получится. Да, как он красиво говорит! Держитесь! Беверли-Хиллз, 13 часов 29 минут. Вот он. Их мозговой центр, родоначальник зла. Внимание, дроиды! Будьте готовы выполнить свою миссию. Прыгайте и в атаку! Эй, босс вернулся. А? Джерри, что происходит? Осторожно! Безоружных, какая гадость! Тоже мне человек чести. А теперь самое время отпраздновать победу. Центр управления. Простите, он сейчас связан. Переключить вас на голосовую почту. Смотри в последний раз, братец, пока все это не полетело к чертям. Делай, что хочешь, Терренс, но тебе не под силу уничтожить центр. Центр жив, пока цела его ядерная начинка. Это невозможно. Только я знаю код ядерной составляющей. Я лично разрабатывал систему ее охраны, основанной на сверхточной модели ДНК. И поскольку я твой брат-близнец, ты скопировал мою ДНК. Как же я не подумал раньше? Вот он, центр управления, он подвергся нападению. Эй, покажем этим безмозглым. Получай! Сломаны по запястье. Неужели придется сдаться? Терри, ты не понимаешь, что делаешь. В самом деле? Сердце центра больше никогда не будет подчиняться тебе.
Дроид подлежит самоуничтожению через 60 секунд. 59, 58, 57. Прощай, дорогой братец. Подожди. Неужели ты даже не пожмешь мне руку? Помнишь, как мы это делали в школе? Прошу тебя, пожалуйста. Полагаю, это был бы впечатляющий финал. Кроме того, знай, что я чистосердечно раскаиваюсь. Ты всегда был размазнёй. Скорее, хитрой лисой. Нет времени, девочки. С минуты на минуту должна взорваться бомба. Остались считанные секунды. 498 сдался. К счастью, этот чип дезактивирует программу. Введите пароль. Винтер. Неверно. Неверно, значит, он изменил пароль. Злобные близнецы. Неверно. Грубиян. Неверно. Босоножки на танкетке. Неверно. А, удар в спину. Ура! 15, 14, 13. Дроиды дезактивированы. Удачного дня. Есть! Удар в спину. Как ты догадался? Любимое выражение Терренса стоило ему вспомнить о Джерри. 4, 3, 2... 1-0. Что? Почему центр еще цел? А? Это постарались мои шпионки. Родители были уверены, что ты заслужил прощения, но, к сожалению, из-за неудач ты окончательно сбился с пути. Неудачи тут ни при чем, дело в тебе! Это так. Частично я несу ответственность за то, что ты пошел по пути насилия и зла. Как благородно с твоей стороны! Мне стыдно за то, что случилось тогда. Мне придется исповедаться, и пусть меня накажут за то, что я повторил ошибку, совершенную в 4-м классе. Наконец-то справедливость восторжествует! Мы все должны нести ответственность за свои поступки. Боюсь, что тебе придется подумать обо всем в дисциплинарной камере нашего центра. Прощай, дорогой братец. Предпочитаю до свидания. Поощрительный приз? Ура! А мы ведь даже не закончили учебную подготовку в центре. Дин сказал, что мы достойны называться супершпионками. Это же мы спасли центр. Теперь я точно заслужила свидание с Дином. Это я спасла тебе жизнь. Кловер, я буду рад сопроводить тебя на бал дебютанток. Может, мы все же займемся делами, несмотря на вашу похвалу? Конечно! Отметим нашу победу сегодня же вечером. Точно. Отличная идея, Алекс. Девочки, это довольно официальная процедура и... Слушаю. Мама? Да, конечно же, я рад тебя слышать. Понимаешь, я был занят, дел навалилось. Ты здесь? В аэропорту? Я ждал тебя только на следующей неделе. Но я... Это очень важно. У нас сегодня вечеринка и... Да, да, мамочка. Я обязательно приеду. Простите, девочки, придется все решить побыстрее. Дела. Все ясно. Маменькин сынок. Ой! Вручая вам эти награды, я делаю вас на 3 шага ближе к званию супершпионки.
Итак? О, спасибо, Джерри. Кловер? Надеюсь, это настоящие бриллианты, а не горный хрусталь. Алекс? О, какое тяжелое. Мамочка! Не стесняйся, Дин. Без тебя мы не справились бы. Спасибо, девочки. Охрана! Охрана! Джерри? Как вы сюда попали? Это все Терренс, мой брат-злодей. Сбежал и запер меня в этой камере. Нужно найти его, прежде чем он снова начнет действовать. Так точно, босс. Как скажете. Марафон.